Федор Филиппович Пидоренко в этом году юбиляр. Ему исполнилось 90 лет. Поздравления президента страны Владимира Путина, подарки администрации города-курорта и юбилейная медаль к 70-летию Победы, конечно же, нашли своего героя. Его поздравили активисты органов территориального самоуправления, представители администрации, соседи. Я вас поздравляю, желаю вам здоровья и долгих-долгих лет еще жизни. Федора Филипповича призвали на фронт в 18-летнем возрасте. Он служил в 39-й гвардейской дивизии. Младший лейтенант, командир взвода, дошел до Берлина. Гордится своей наградой – орденом Отечественной войны. Как реликвию хранит планшет для карт боевых действий. Много раз Федор Филиппович задавался вопросом, почему за всю войну даже не был ранен. И на двух фронтах я отечественную, и японскую участвовал. Дали так в жизни, сколько это. И последнее, вот, что я разбился в самолете, будучи в качестве бортмеханика. О, погиб летчик, штурман, который это, сгорел самолет, и я остался жив. Ответ пришел сам собой уже в мирное время. Это вера. Которая отводила меня от смерти и давала здоровье, ребята. После войны Федор Филиппович служил в авиации и освоил, что ни на есть, мирную профессию строителя. Да так увлекся созиданием, что даже мебель сам конструировал. Необычную, из отходов производства, но на редкость надежную. Федор Филиппович сохранил бодрость духа, живет один и сам все делает по дому. Каждый день я прохожу 5-6 километров. Люблю ходить по побережью моря.